Добрый день, вас приветствует компания «Электромотор». Меня зовут Виктория. Меня зовут Анна. И сегодняшний видеоролик посвящается насосу SCM3. Компания «Электромотор». Ты не хочешь ничего спросить? Анна, скажите, для чего? Какие особенности данного насоса? Особенностью этого насоса является нижний забор воды. Этот насос идеально подходит для колодцев, для неглубоких колодцев, хочу заметить, для неглубоких емкостей. Также он оснащен поплавковым выключателем, то есть если у вас уровень воды опускается ниже заданного положения, то насос автоматически выключается. Вот. Также нижний забор воды, особенностью его является то, что насос можно погрузить от земли в воде 30-60 сантиметров. То есть если вы насос опустите полностью на пол, на землю, на песок, то он будет забирать песок. И из-за этого из-за этого двигатель выйдет из строя, вам нужно будет его чинить. Поэтому рекомендация опускать его не ниже, чем на 30 сантиметров. Это его граничная граница. Как часто можно включать данный насос? Такой насос и вообще для всех центробежных погружных насосов количество включений в час запусков не должно превышать 20 раз, потому что иначе тоже может выйти из строя. Единственным исключением это являются мегадорогие элитные насосы Grundfos, которые вы тоже можете купить у нас. У них такое значение составляет 60 раз в час. Для чего эта коробочка предназначена? Эта коробочка, слава богу, идет в комплекте с насосом. Кстати, в очень немногих насосах в комплекте идут пульты управления. С помощью этой коробочки, как ты говоришь, мы осуществляем включение и выключение насоса. Вот эта красная кнопочка. Как видите, кабель пропускаете через эту коробку и включаете в розетку. Вот. То есть также вы экономите на пульте управления, вам ничего не нужно выдумывать и придумывать. Вообще, как по мне, это идеальный насос и нижний забор воды, и есть поплавок, и есть пульт управления, и стоит он со своими аналогами сравнительно недорого, в раза 3 дешевле. Да. Гарантия составляет на него 1 год. По вопросам покупки можете обращаться к менеджерам нашей компании по номеру телефона 53038. К менеджеру Виктории или к менеджеру Анне, или к менеджеру Надежде или Ольге. Как видите, у нас одни девушки занимаются насосами, но это нам не мешает. Мы очень умные и красивые.